Глава региона провел традиционный личный прием граждан. Такие ежемесячные встречи позволяют людям напрямую задать вопрос губернатору. Решение проблем, как правило, следует оперативно. На этот раз главе региона обратились с просьбой об оказании материальной помощи, чтобы приобрести гусеничный лестничный подъемник для комфортной транспортировки больного ребенка. Русских поручил помочь семье до конца ноября. Проблема в том, что пандус у нас очень крутой. Мальчик вырос, коляска тяжелая, спустить я его уже не в силах. Вот, и поэтому вот дома сидим. Алексей Русских заверил, уже в ноябре средства на переоборудование пандуса будут выделены. По видеосвязи из Николаевского района главе региона обратилась мама ученика школы в селе Барановка. Женщина просит принять меры по освещению непростой дороги. Это поворот с оживленной региональной магистрали и проезд по всему селу протяженностью больше километра. Мы запланировали произвести эти работы на следующий год, на 23 год. 4,5 миллиона рублей необходимо. Мы их зарезервировали. Да, Сергей Сергеевич? Да, Алексей, совершенно верно. Вот. Поэтому к концу следующего года будет освещение. А из Цельнинского района обратились с просьбой отремонтировать межмуниципальную дорогу от Телешовки до поселка Арбузовский. Губернатор подчеркнул, работы на этом участке планируется выполнить до 21 ноября. Сергей Сергеевич.